Итак, просто добрейшего всем здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair, меня зовут Мистер Фриман 315. Модификация Eye of the Storm, вторая часть моего прохождения, ко второй Half-Life. И вы сейчас видели сами, да, что мне очень удачно удалось одним выстрелом вынести вот эту вот дрянь летающую и комбайна. Очень неплохо. Так, а их, кстати, приличное количество. На тебе, родной. Главное целиться в голову, и все будет хорошо. Голова наша главная цель. Как ты сволочь. Ну, кто меня так гасит? Что-то я так и не понял, где он меня стрелял, ну да ладно. Так, следующая карта. Ну и что нас тут ждет? Так, автомат, наконец-то. Так, здесь обычные патроны. Причем этот ящик не бесконечный. Так. Че, немножко прокатимся, да? Такая прелесть. Ну поехали, че? Где эта дрянь? А, думаю, где он стреляет? На тебя, сволочь. Слушайте, сколько их, а? Ну, это как такой мини-скроллинг. Окей. Блин, офигеть, они даже турели здесь пораставляли. Вы поняли, ребят? Так, готов. Кто еще? Так, отлично. А как аптечку взять? А, я понял. Опа. Прикольно. Хорошая концепция геймплея, ребят. Такого в Half-Life не каждый день встретишь. Бум. Так, а эти можно разбить как-то? Нет, скорее всего нет. Ну и ладно, грейпушки у меня нет, поэтому мне они не интересны. Вот эти столбы с этими шаровыми молниями, ребят. Я их именно так называю, не знаю почему. Но именно так. Так. Так, есть еще кто? Пока нету. Как вы задолбали, а? Ты посмотри на них. На тебе. Не, уже не достану, ребят. Страйдер. Ребятки, страйдер. Не понял. Что сейчас было? Это мы типа под мост? Ну ладно. Пусть будет так. Все, ребят, походу да, походу мы приехали. Дальше на своих двоих пойдем. А напарника нашего нет, обратили внимание. Походу он уже на дне канала покоится. Ну что поделать. Такова жизнь.
Так. Немножечко подзарядимся всем, чем надо. Так, и что у нас тут? Ух ты! Какие люди. Какие песики они. На тебе. Так, ну здесь закрыто. А куда идти тогда? Так, обратили внимание, да, в отличие от прошлого мода под названием Combine Destiny, здесь фонарик очень даже неплохой, и он тратится не так быстро, как там. Это радует, это очень радует. Все очень даже неплохо в этом плане. Так, ну только вот, конечно, вопрос меня все так же и мучает. Куда мне? Ага, ну-ка, ну-ка, все, я понял. Так, ладно. Ну-ка, успокойся. Так, здесь их можно, интересно, открыть так, чтобы они не закрывались. Так, где? Так, сюда я не пройду. Ладно. Что интересно, и сюда я тоже не пройду. Так, спокойно. Так, ладно, хорошо, хорошо, двигаемся. Это сейчас сам долбанется. Об стену причем, такое ощущение. Так, хорошо. Да где ты, блин? Настырные, ребят, реально настырные, заразы. Настырные не то слово, но ничего не поделаешь. Блин, столько бочек, конечно, раскидано. Так, а он, по-моему, гражданский побежал, да? Эй, стой, родной, родной, стой! Так, ну блин. Нет, там, в принципе, тупик в этом здании. Надо где-то здесь проход искать. Слышь ты? Сволочь. Еще один. Да откуда вы беретесь? Готов. Может, там ворота какие открылись, а?
Не, ворот вроде таких не вижу. Слушайте, ну откуда-то ж они выбегают, правильно? Откуда? А, ну вот отсюда, понятно. Здесь силовое поле. Силовое поле для меня здесь, к сожалению, прохода никакого нет. Так, давайте попробуем с этой стороны что-нибудь найти. И, в принципе, то же самое, да? Ну да. Здесь как-то надо, видимо, отстаивать позиции. Вот я вижу чемоданчик с бесконечными патронами. И еще благо, да? Благо, что с каждого NPC-шного этого дурачка выпадают аптечки. Это тоже хорошо. То есть я могу систематически и своевременно поддерживать уровень жизни. То есть уровень жизней. Жизней. Своих жизней. Вот как-то так, да. Так, ну что, они меня долго мучить будут? Хотелось бы узнать. Да пошли вы нахрен вообще. Падлы, блядь. Может быть, мне здесь что-то надо сделать? Я что-то... Ага, вот, пожалуйста, все. Отлично, вот меня кто-то зазывает. Отходи сюда, родной. Так, какая-то кат-сцена небольшая. Так, а вот и наш чувак. Ну что, ребят, вот конец первого эпизода. Это говорит о том, что нас еще ждет продолжение этой модификации. Вот, с нетерпением буду ждать выхода. Вот, хотя сейчас погуглю, может, она уже и вышла, но, по-моему, еще нет. По-моему, только демка есть. Вот, поэтому, как полная версия будет, я обязательно ее пройду. Вот. А от себя хочу сказать огромное спасибо. Приходите на канал, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. Еще обязательно будут не менее интересные прохождения. А в жизни, как обычно, всем желаю нажимать на курок только в игре. Берегите себя и всем пока.